Повторение – мать учения. Перейти из режима каникулы в новый учебный рабочий строй детям порой сложно. В ходе профилактической акции школьникам напомнили о том, как правильно переходить дорогу. Внимательно смотреть по сторонам, не отвлекаться на телефон и убедиться, что водители остановились и пропускают. В 9-й гимназии в классах юных инспекторов движения обучаются более 140 школьников. Мы являемся юридами 2 класса, учим всех соблюдать правила дорожного движения. А именно сегодня мы участвуем в акции «Безопасная дорога среди детей» и просим соблюдать правила дорожного движения и быть аккуратными на дороге. Я прошу их выключать наушники, выключать и соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными. Прошу, чтобы они всегда были аккуратными и чтобы они всегда смотрели на светофор, на дороги. Сначала нужно посмотреть по сторонам, потом уже переходить. Когда я вырасту, я хочу стать военным, когда закончу школу. Я хочу помогать своему народу и людям. Сотрудники ГИБДД призывают маленьких участников дорожного движения всегда пользоваться маршрутом «дом-школа-дом». А также немаловажная роль в плане безопасности детей у взрослых и в первую очередь у автолюбителей. Также взрослым напомнили о соблюдении правил дорожного движения, о том, что при управлении автомобилем нужно снижать скорость перед пешеходными переходами и быть особенно бдительными вблизи образовательных учреждений, где возможно внезапное появление детей на проезжей части. Юные инспекторы движения напомнили всем участникам дорожного движения об использовании ремней безопасности и детских удерживающих кресел. Кроме того, в рамках профилактической акции дети вручили водителям памятки и буклеты с правилами дорожного движения. Айра Сабуя Мангуш, Самдан Эргит, телеканал Тува 24.